Dawson's mansion. Here I am at last. Нет, не готов. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Нет, обойдется. Это бургер, что ли? Как символично, смотри, картины, да, с рынком, с голодными людьми и куча жратвы. Ну ты ж мразь какая, а? Ну кто так делает? Это само по себе уже отталкивает. Домик, конечно, зачетненький. Помпезно, помпезно. Пианино. Ой. Еще такая же картина, кстати. Вот никогда не понимала смысла вот в таких вот больших помещениях. Даже когда в Симсис строишь, когда заходишь в дома, и там реально большие такие залы, где ничего нет. Просто стоят вот, вот такие вот, вот эти вот все тумбочки, шкафчики, столики на какой-то, с какой-то хренью. И вот это вот. Кто здесь в здравом уме вот так вот будет сидеть и смотреть в стену? Вот объясни мне. Для кого это? Что это? Это если по центру устраивать вечеринку, они здесь будут около фонтана ходить, плеваться в него и сидеть вот на этих стульчиках. Ну, блин, ну... Да ну тупо как-то это все. Я понимаю, что это отображает статус, там бла-бла-бла. Но, блин. Типа, чем больше дом, тем больше денег. Смотри, какие мы классные. Но, блин. Казнь Джона Фрэнсиса Спэрроу. Джона Фрэнсиса Спэрроу, 21 год. Сегодня утром повесили в тюрьме Пентонвилля. Мастера Спэрроу приготовили... Прости, Джек. Приговорили к смертной казни за убийство его сестры Александры Спэрроу. Он до самого конца заявлял о своей невиновности. Доказательств того, что он присутствовал на месте преступления, предъявлено не было. Но, тем не менее, его приговорили к смертной казни и повесили. Нормально, да? Скотланд-Ярд отказывался пересмотреть это дело, несмотря на множество белых пятен в цепи событий, которые привели к смерти мисс Спэрроу. Чарльз Олбрайт, проводивший расследование по поручению Скотланд-Ярда, отказался ответить на наши вопросы, однако 3 недели назад его понизили в должности без официального разъяснения причин. Какой странный способ наградить сотрудника за успешно проведенное расследование? Клейтон Дарби. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Детектив, блин, ну... Ой, я обожаю эту игру, господи. Каждый человек просто так... Что-то вот вскопаешь про него и просто... У тебя такой спектр эмоций каждый тут персонаж вызывает, что просто... Ох. Потом с ним перетрем на эту тему. Так, он внизу, давайте здесь пошуршим. Вон он там сидит. Ой, как в Black Mirror, его второй этаж, библиотечка. Только я имею в виду Black Mirror оригинальный, первый. Ну или второй там. Но лучше первый. It's locked, all right. Так, ну, так, здесь точно все? Ну да. Ну пойдем. Господи, прям так сохраниться хочется, если честно. Сейчас пошуршим тут еще немножко. Вот эти зеленые лампы тоже про Black Mirror напоминают. Там в библиотеке их было очень много. Мордред сразу вспоминается. Мне реально вот эти все зеленые лампы в каких-нибудь таких особняках моментально ассоциируются с Мордредом. Вот этим вот всем. Потому что зеленые лампы, Мордред, это все взаимосвязано. И эти картины... Ой, короче, Black Mirror головного мозга. Forever and ever. Может, качнемся? Да что 3000 опыта? У нас там... По две уже, по 2,5 требуется на прокачку чего-нибудь. Не, бессмысленно сейчас ложиться спать. Да и не сильно вот там качнемся, это ничего нам не даст.
finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Что вот это значит? А вот это что значит? Что он ответит вообще? Я не понимаю. Мы уже решаем, обращать его или нет? Или что? Или это просто разговорчики? О, непонятно. I'm the only vampire in the room for now. So please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask? You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. В больнице будешь покупать, да? Ну, кстати, больница с этого поимеет. С другой стороны, с этого убудет с пациентов, которым нужно переливание крови. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Я не буду его обращать, я не хочу, пошел он в жопу. Мы уже давно поняли, что это не стоит так делать. С другой стороны, возможно, надо... Вот знаешь, вот как некоторые неписи, они тебя бесят, но ты их не жрешь, потому что нельзя. Просто вот нельзя. Let's move on, then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. Че, я тебя заболтаю. Before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Пока ты строить будешь, что все сдохнут уже. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. О, дятел. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. А еще ты дятел. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Напомню, чем закончилось строительство стены в этой самой... Где там, господи? Куда там Бладрейн приезжала, приплывала с Минса, а? Вот чем это закончилось? Ничем хорошим. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, Louisiana, no matter да. the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Make London great again, huh?
But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now! What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone как ты бесишь contaminated, меня. As soon as they are spotted. Мне почему, блин, сейчас наверняка будет прикол обратить, не обращать и дать умереть, ну или как-нибудь самостоятельно задушить. И вот, вот будет выбор, самостоятельно задушить, грубо говоря, да, наверное, или оставить еще его помучиться. И вот что из этого? I've heard enough. It's time to proceed. At last! All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Шейку его цеплячу свернуть. Забудьте. А, кстати, либо загипнозить. Ха-ха! Кстати, я про гипноз-то забыла. Убить, ну, как вариант. Обратить в жопу. Обратить в жопу. Загипнозить, ну, прям напрашивается, да? Слушай, мы, наверное, не смогли бы его загипнозить, если бы мы про него не выяснили всякого разного, да? Но загипнозить, блин, гипноз — это штука непонятная. Никогда не знаешь, к чему это приведет, блин. Потому что скрин, понимаешь, мы загипнозили ее, думали, что она просто забудет там о каких-то этих мелочах и продолжит работать. Но она превратилась в скаля, блин, как это работает? Мне кажется, его убить надо нахрен, чтобы вообще ничего не сделал. Ну, умер и все. Ну, какая жалость. Простите, извините. С другой стороны, это объять, понимаешь? Это... Ах. Прочитай, что он забудет. В смысле? Забудет-то страхи смерти, я вижу. Ну и чё? Это подсказка же. Ну, как бы, да, ему будет не страшно умирать. И, соответственно, он не захочет становиться вампиром. И, типа, будет жить дальше, да? Вот как бы в этом плане. Но, блин, я не знаю, этот гипноз, он меня настораживает всегда. Непонятно. Вот, как бы рука тянется сюда, но я не доверяю гипнозу. Я его боюсь после Крейн. Вот серьезно. Если он просто... Если логически, если он забудет о страхе смерти, соответственно, он не будет бояться смерти, соответственно, он не будет желать стать вампиром. Теоретически, да? Просто, блин, мы всю игру не убивали, а сейчас вот убить вот этого, и вот, вот чтоб вот эта мразь мне запятнала руки, я не хочу. Ах. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic. There are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast. My family lost. Cursed. I have not escaped death. I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money. Он сложный, кстати, для гипноза. Смотри, как долго мы треплемся с ним. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. А, он просто его убьет, да, все-таки? Вот откуда ты поймешь, что вот это вот, то, что он его задушит? I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Или он прям тут и скончается, просто потому что мы слишком долго говорили. Ой, непонятно. Все, умер. Уровень гипноза вырос, отлично. 5000 опыта, замечательно. Район пострадает в результате ваших действий. Ты помер? Нет, еще живой. Ну, скоро помрет, значит. Все, он будет лежать и ждать смерти здесь. Все, спасибо, до свидания, goodbye.
Я боюсь реально этого гипноза. Вроде как бы хочется его выбрать. Кажется, что самый лучший вариант, но не всегда. После Крейн страшно, реально. Но мне кажется, это специально так сделали, чтобы ты загипнозил и потом боялся гипнозить, потому что вот это вот. Ну блин, ну мы реально, мы всю игру никого не жрали, чтобы вот сейчас вот испоганить все вот этим телом? Нет. Ой, накажут меня сейчас. Здрасте. Здрасте. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson? Ой, к сожалению, он скончался к моему приходу. I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death. Ну или так, да. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. Музыка изменилась. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Как он бесится. А мы-то знаем, что он не может породить бессмертного, потому что у него скали только получаются. Он прям, стоит прям и распирает его просто от этого. От злобы, от беспомощности, от бессилия, от немощности от своей. Смотри-ка, Бриджит. Я думал, он про Элизабет говорит, то, что старуху свою забираю. Почему старуху, думаю? Здесь вон оно стоит. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. Не, уже нет. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers, just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. Ну как тебе сказать? I like her too. Lady Ashbury in the sewers. Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones, she agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average skull, if I may say. Because I used to know him quite well.
and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. Ну, понятно. Ну, вы поняли, да? Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Конечно. Tell her we need to talk. In the end, is this not what we all need? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Так, что-то не нравится мне вот этот прикол с защитой больнички. Не надо мне тут это стращать, тут подождите. Это что такое? Это записка. Забую. Блин, хотели закончить? А хрен тут. Доберитесь до Пембрюкской больницы. Мы, кстати, можем пробежать так, чтобы зацепить домик нашей мадам. Блин, ну вот так всегда. Поднапрягись, Джонатан. Стой. Здесь все-таки не на время, потому что здесь этот самый выродок. Ну-ка. Доктор Рид. Да. Is it true you were dropped in rank? Tell me about it. Yes, it is. I made a terrible mistake. I deserved it. Sometimes I think I should have resigned. So why are you still working here? Because I'm a damn fine copper. I just don't want to have someone innocent hung again by mistake because of me. Что? Говорит, я чертовски хороший сыщик. Ты дебил. Ты дебил. Ты не хороший сыщик. У тебя был чувак, который орал в три горла то, что я не убивал, указывающих на то, что он убил, улик не было, и ты его все равно сдал, и его повесили. Ты дебил. Ты не лучший Чудовищная ошибка, о боже мой, но я же такой хороший, поэтому я продолжу Просто за что? The death penalty is a great shame. I agree. I'm convinced all civilized nations should abolish the death penalty. Maybe after the war, once that bloodshed is over, the survivors will change that. Why do you think there shouldn't be a death penalty? I believe no one should decide to take a man's life. Not a nation or a government. Are you a pacifist, Inspector? No, sir. But I believe in divine justice. У меня же голова заболела от него, господи. Only God has the right to decide who will live and who must die. Мы можем священника сожрать. Но мы этого делать, конечно же, не будем, блин. What are you investigating? Well, I was lucky. Why do I don't? Было. Goodbye. Goodbye. Блин, то чувство, когда можешь сожрать священника, но понимаешь, что это плохая идея. Жрём Гарри Поттера. Зачем Гарри Поттер хороший врач? Зачем его жрать?
Капец, заставим Виланс. Спокойной ночи. Ребятки, кто кого вырубает, идите спать, не мучайте себе. Чё-то я просто залипла. Нахрен иди, я спешу. Ну, в принципе, и так можно. Но я не хочу там идти. Косарный. Ла-л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 а
Это, кстати, вот здесь вот сюда голова указывает, еще одна. Вот эта вот багованная голова. Куда-то вот сюда. Может, здесь что-то есть реально на этой голове? А, кстати. But the poor man does not seem well. Yes, Mr. Jonathan. Do you know my mother speaks to the dead members of this family? Yes. I sometimes hear her speaking to you, Miss Mary, and her baby. Sometimes your father, too. So she thinks I'm also dead. And what about you? I believe she only sees her relatives as the dead she speaks to, Mr. Jonathan. It breaks my heart to see Miss Reed like that. She may get better. It's only a hypothesis, but I know my mother is strong. Whatever illusions have clouded her mind, they will fade in time. Yes. With time, Miss Reed will recover from this cursed year. I know that your return can only be beneficial to that process. Ну, вообще, честно говоря, мне кажется, нет. Я хотела нижний ответ ответить, но что-то решила немножечко пооптимистичничать. Do you need me? Thank you. Goodbye. Of course. Это такая, мне кажется, надежда. Постольку поскольку. Типа, нам нельзя терять веру в лучшее. Hello again, mother. Jonathan, back already. Do you really see Mary and father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. Do you need my medical attention, Mother? I'm all right, son. Don't worry about me. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Грустнявка. Прикинь, сейчас на больницу атака. Давайте поспим. Следующей ночью. В следующей серии. Так. Э.
Я заметила, что вот звук начал дергаться, когда я вот так вот очень-очень быстро бежала по локациям. И они, видимо, не успевали загружаться, и звук тоже не успевал загружаться. Эх. Самое время пошариться по мусоркам. Интересно, если я вот сейчас к ней пойду поговорить, это никак не повлияет на то, что я как бы, ну, то, что я не сразу пошла в больницу, и там уже все успели сдохнуть. Надеюсь, нет. Я ж как бы по пути, я ж бежала как бы вот так вот. Женщина где-то есть. Elizabeth, I'm so happy to see you. I was so concerned. It is all so good to see you in these darkened hours. О, Боже. Is all well, my dear? Indeed. We stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget? She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. What are you hiding? You went to the sewers. Did you speak with Harriet Jones? Indeed, Jonathan. I seek the truth, just as you do. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. I convinced Aloysius to embrace death as the ultimate gift of mortal life. I believe he found peace in the end. The cost must have been heavy indeed. I am proud of you, my love. No, уже my love, да? Defrocked me and threatens to hound me from the city. This was no doubt inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news, with the greatest haste. Что там? О, какие мы красивые, смотри. Рубашка, ой, точнее, жилетка у меня другого цвета и галстук тоже. Не умеешь ты рисовать? Это художник, я так вижу. Перекрасила меня всего. Вкуса меня лишила. Ужас. Вампир как кролики. Любовь у них быстрая. Бррр. Да, что-то есть такое. Ой. Чатик вспомнил про команды. Начинается. Здрасте. До свидания. Ня-ня-ня-ня. Ау, зацепила шальная пуля. И зачем я сюда свернула, не знаю. А хотя, если там будет какая-нибудь лодка. Идите в зопу, сэр. Подожди. Чё-то... Я думала, здесь поворот есть, если честно. Это ж срань. Это ж гас... Ну, козлина. Переоценила я что-то себе. Слишком долго я ждала! Чтоб убить тебя!
Топи, топи, Джонатан. Да хватит мусор свой накидывать сюда. Ой, сгораю. Сгораю. Все, бежим быстрее. Ой, видите, они прогружаются, и озвучка, кстати, вполне возможно, сейчас тоже задумается. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Да хрен его знает. Да хватит палкой ты своей махать, ты ж, слышь? Ау. Ау! Зарашил. Ничего себе. Недооценила я что-то его. Нормально. Раз, два там своим этим самым посохом. Аминь. Что-то лолюшка. Сейчас я отомщу. Где мои крысы? Не, я просто когда уже спешу, я уже бегу. Я неосторожно делаю все. Ну тебя-то кто сюда звал? А, лорды эти все пошли теперь. Шеффилд, кстати, это не один из тех, который тусовал в Аскалоне. Они же сказали, что они за мной охоту открыли. А я думаю, почему эти неписи не разговаривают? А потому что, блин, они меня убивать потом пойдут. Че с ними разговаривать-то? Ау-ау-ау. Не надо. Хватит. Моя сабля длиннее. Сдохни, мразь. А ты откуда? Слышь? Читеры из воздуха просто появились. Нечестно. Ой, ненавижу огонь. Иди сюда, мразь. Сожрать. Сколько? Чё за это самое-то, слышь? Нечестно так делать. Ой. Так, а если я вот так вот аккуратненько подойду? Опа! Это тюк! Тюк еще раз, кусай! Запади, вонючка! Догони сперва, мразь! Ау-ау-ау-ау-ау! Горячо, горячо! Ну? Взорвайся, мразь. Так, господи. Наводка не работает. Ты не померешь еще что-то после этого. Охренеть, ты живучий. Ой. Что-то аж перемкнуло. Ой, господи, и там эти, и тут эти, везде эти. Ой. Я, по-моему, горло сорвала. У меня такое ощущение, что у меня связка, блин, лопнула какая-то. Что-то больненько. Да я знаю, что у него резист к атакам крови. Ну там так мало было, я думала, сработает. Я надеялась на это. С последних сил просто. Так.
Those bastards. What have they done to Edgar? No. Ой, больница насрать, все тихо, спокойно. No. McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. И чё? Идти по кровавому следу. Ну, пойдём, чё. Looks like he's wounded. I better follow the blood. Я найду сейчас что-то интересное. Может, мы сейчас... На чердак попадем в какой-то веке? Да, реально попадем. Господи, наконец-то это свершится. Лифт. О боже, о боже. О боже, 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 боже. Сейчас что-то клёвое будет. Ну, я надеюсь, как-то... Сейчас будет больно, скорее всего. Я надеюсь, мне хватит вот этого моего всякого. Ну, если что, переиграем. Ой, какая арена там, смотри. С первого раза точно не получится. Ай-яй-яй. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Geoffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Чё? Now where is Marshall? Speak! Детективы недоделанные, блин. А, теперь у него лампочка через раз будет работать, и нам придется во время боя... Ой, боже. Time for the tried and true. Блин, еще лампочка периодически включается. Do you know what this is, beast? This is a drop of King Arthur's blood, the blood of a true defender of Britain, stronger than your evil powers. Блин. Остатки выпил короля Артура, как ты мог? This is ridiculous. We're losing precious time. Ой, срань. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Не, мужик-то, конечно, хороший, но туповатый. Close your eyes. This is gonna hurt. Ай, вот это солнышко. Тихо. Укусы, говорят, нипочем. Ой, блин, это сложно будет, слушай. Чё? Ты чё, упал, что ли, вообще? Ты нормальный? Нормально. Забавно. Окей. Пора, да, пора ульту менять, мне кажется, натянуть, потому что на кровь у него не будет работать. О, вот это, блин, поворот. Может, и вот эту поставить? Это, конечно, не так сильно будет бить, но блин, хоть издалека. Хотя, ну нет, мы же качали. И к тому же это кровь, да? Да, это кровь, нет смысла. Да, конечно. Тихо, подожди.
А, не, нельзя так, да? А! Да что ты говоришь-то? Вот же ж оно. У меня же их 4 штуки, оказывается. Я думала, это раз, одно, а... Ну, короче... Угу. Подожди. Может, все-таки не убирать эту хрень? Там, конечно, 2 секунды буквально. Ну, блин. Найтботу можно налить. Сам себе налил. Я рада, чат, что тебе весело, но нам сейчас жопу раздерут там. Как бы здесь, вернее. А я могу, кстати, подняться обратно? Могу, кстати. Это хорошо, приятно. Молодцы. Да-да, слышали. Офигеть, у него резист, конечно. Слушай, у него резист к крови меньше, чем резист к урону. No. Нажала же, твою мать, шушу, у тебя ковырялка-то такая болючая. Укус, говорит, урон к укусам не действует больше на меня. Твой! Да иди ты в жопу! А. Нет, в жопу! Ты пойдешь в задницу! Ты сдохнешь, вот что я тебе скажу. Не туда, Джонатан! Ой, все, хана. Бляха-муха. Ау. Нет. Да я знаю. А, это тоже не работает. А почему? Это ж тень. Нечестно. На. Не, иди нахрен. Отдохни, я тоже отдохну. Все мы, братья, отдохнем. Что ты говоришь? Опять хлебает там что-то. Болючий чувак, просто жесть. Болючий, вот реально болючий босс, вообще жопа. Здесь боссы какие-то вообще жопа разрывные. Для доброго вампира, по крайней мере, точно. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Ну, у всех есть свои недостатки. Иди в жопу. Так, ладно. Тихо, назад. Не в тот назад. Не тот зад! Close your eyes! This is gonna hurt. Так, ладно. Да блин, ну вот как вот у него так получается? Промахивается колом, когда он стоит рядом, но типа не попадает все равно. Так тупо. Как получается, что одна лампочка светит
всегда в разные места. Ау! Ау! Нет, 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 нет. Куда ты понесся? Блин, вот эта его атака вот такая многоуровневая, она, конечно, очень опасная, потому что он зарашить может. Беги, 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 Джонатан, Джонатан, беги, беги, ради бога, милый. Вот это бешеная атака. So innocent, вот опять промазал. Колом, нет, 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 нет. Блин, блин, горячо. Надо еще раз пару раз тюкнуть. Давай перестрахуемся. Кусай. Да блин, сколько можно? Ну как ты умудряешься это промахнуться-то по этому, блин, долбаному чуваку, да объясни мне. Close your eyes. Сам себя закрой. Все, что можешь. Быстрее, 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 быстрее. Это сраная, я так ненавижу ее. Еще пару раз давай. Ну иди ты... Ай, ты ж срань. Нет, 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 нет. Не хочу. Дай сюда, сюда тело свое, дай. О. Быстрее, назад, 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 назад. Лечись. О, боже. О, это был миллиметраж просто сейчас. Так, давай. Это твоя лампочка сраная полам... Ой, ну что ж ты делаешь? Ну вот, вот как он промахнулся, объясни мне. В этой ситуации. I know. It hurts, doesn't it? Ну что ты не знаешь? No. True light will cleanse you. Не надо. Опасный мужик, конечно, бляха. Ну, да тюкай. Нет, 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 нет! О, в смысле? Блин, просто не хватило выносливости. Не уйти, не отбить. Там чуть-чуть оставалось. Нет, там выносливости просто не хватило. Но я смотрю, он как бы стоит. И как бы я чуть-чуть такая думаю, сейчас 2 секунды постою. А выносливость почему-то не идет. Может быть, из-за солнца. И в итоге я уже нажимаю, чтобы его, ну, застанить, чтобы он остановился, чтобы свалить хотя бы просто ногами. И не успела, просто не успела, потому что он своим кориальником. Хорошо же шли, хорошо же шли, ну. Нет, ты нахрен. Опять повторяется эта история, господи. Ай, 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 ай. Не, я спешу, сейчас это зря я сделаю. Смотри, он как будто бы барьер такой, видите, выставляет, чтобы я к нему не подошла. Ну, как не он, конечно, лампочка ему помогает каким-то образом, мразь такая. Show some style. К нему вообще близко подходить опасно, иди в шоп. Нет, нет, нет. Жалко, на него ни тень не работает, ничего вот из этого. Это, конечно, обида вообще.
страшная. Несправедливость! Быстрее, быстрее, валим. Нет, нет, нет. Не, мужик клёвый на самом деле. Жалко, мы с ним не на одной стороне. Ну, то есть, мы как бы с ним на одной стороне, но этот дебил... Клёвый дебил. Он слишком дебил. Чтоб осознать это. Нет. В смысле? Блин, офигеть. По-моему, пора пойти. Не, ну блин, ну вот предыдущий раз хороший был, слушай. Сейчас я уже что-то... Я спешу сейчас, потому что я хочу его побыстрее прибить, и получается вот это вот. Блин, ну вот предыдущий раз хороший был, прям хорошо так шли. Ну вот под самый конец, ну вот за что? Не, надо бы, конечно, прокачаться. Ну а что там? Там хватит прокачать что-то одно. А и что это будет? Что, способности, которые на него не работают? Да не, его можно и так завалить. Просто у нас... Ну что, я прокачаю вот эту атаку свою, вот эту когтем, и она не наносит ему урона вообще практически. Я его задамажу практически... Господи, как слово, господи, я все забыла сразу же. Преимущественно, во, укусами я его дамажу, чем чем-либо еще. Вот в чем прикол, понимаете? Самое смешное это... Ха-ха. Вот это вот все на него вообще не работает. Давай попробую хоть эту штуку, ладно. Потому что тень на него не работает. Кровавая фигня, ну хз. Ой, кофейку, Йоро, спасибо, да. Fight like a man. Fight like a man. Да как ты задел-то меня, гнида? Этот самый ковыряльник. Нет, 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 иди в жопу. Во, вот это намного лучше, кстати, чем коготь работает. Хотя коготь прокачан до второго уровня, а это хрень нет. Невероятно, но факт. Come on, Reed. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. I know. It hurts, doesn't it? Ну, есть такое, да. Ну, иди сюда. Take him down! Ну, мужик, давай. Да, не то. Блин, зря я, конечно, в солнце встала. Ну, глядишь, анимация. Ну, иди сюда. Ну я хоть отдохну. Ноль эффект. Нет, ну что-то было. Ну как-то такое. Your poisonous bite is useless on me. True light will cleanse you. Кусай, кусай. Come on, Reed. Ау, задел, задел, мразь. Знаете, что самое мерзкое? То, что если ты подыхаешь, у тебя сыворотки все отваливаются, бесит, ненавижу. Нечестно. Ugh!
Ау. Иди сюда, хватит там стать в углу. Дерись как мужчина, блин. Вот, кстати, эта игра неплохо, конечно, демонстрирует, как обычный человек как бы может противостоять вампиру, да, казалось бы, крутому там существу такому фьякому. Который там и круче в 10 раз. Та-т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 а. Совершаю каждый раз одну и ту же ошибку. Ну иди сюда. Естественно, ты не пойдешь, блин. Дерись как мужчина, говорит он мне. А, ты ж гадина, убьет. Убьет как собаку, я вам отвечаю. Блин, здоровье что-то ни хрена. Подожди минутку. У меня же были эти самые еще козявки мои. Чуть-чуть, конечно, но... Это что такое? Старая кровь. Мы рождены от крови, превращены в вампиров, через кровь и уничтожены. Кровью. Одна из четырех? Это что? Это кто мне дал? А, это мне дал этот. Ашер. Старая кровь. А чё он мне это даст? Это можно использовать, смотри, как вот эти штуки. А чё это такое? Может, я качнусь, если я выпью это? Что это? Кто-нибудь знает? Чат, скажите мне. Who is it вообще? Что это? Вопрос дня. Бьет? Ну, я не знаю, что это. Нет. Давай, один укус, ну. Не лезь, если не знаешь. Ну да, не в этом бою явно нужно использовать эту штуку. Он в анимации, что ли, не сработало? Ну, конечно. Горячо. Куда он там рукой-то своей машет? Лампочки, что ли? Типа, гори, гори, ясно, или что? Ну как? Нет, нет, только не эта мерзкая атака, господи. Кусай, кусай быстрее. If you're so innocent... Да, в смысле? Аккуратненько. Не, мужик клёвый, конечно. Во всех смыслах. Ах, черт, зря. На. Тихо. Блин, жалко, конечно. Что щит отваливается. Если никто даже тебе там... Ну, вы поняли, короче, что я хочу сказать. То есть он еще не сработал, а уже отвалился. Это так грустно как-то. Там 2 секунды прошло, и все. Ну, что это такое? Это обидно. Зачем я это делаю каждый раз? Зачем я жадничаю на эти уроны? Зачем?
Close your eyes! This is gonna hurt. Чё так много-то всего? Вообще получается, когда щит накладываешь, полезно давать ему себя ударить, чтобы он получил урон от щита. Ну так, мы поняли, короче. Давай. Хорошо пошло. Нет, нет, нет. I know. It hurts, doesn't it? Ай, мимо. Ну, недалек, вернее. Вот эта его атака, она просто бешеная. От нее вообще надо держаться подальше. Ой, сейчас я была на краю гибели, прям как в прошлый раз. С этой долбанной выносливостью. Нет, 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 нет. Нет, иди в жопу. Стоим, отдыхаем. Ой, что-то новое, по-моему, пошло, не? Мне кажется. Спасибо, что у него выносливость, вот эта серенькая полоска, то есть она как бы длинненькая, а потом она укорачивается. Она так через раз как-то. А, нет, 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 только не вот эта срань. Ненавижу. Кусай. Валим, 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 валим. Не-не-не, иди ты нахрен! Чё ты привязался-то, слышь? А, не долёт. Чёрт, мужик, страшный пипец. True light will cleanse you. Блин, просто, если бы Алан Вейк вышел против меня, это выглядело бы примерно так же, мне кажется. Это ужасно. Блин, я не хочу его убивать, если честно. Я надеюсь, нам можно будет его как-то переубедить. Он клёвый, на самом деле. Ну, только туповат немножко. Но сила ему не занимать, да и как бы он борется за людёв. Он хороший. Ну только старается очень сильно. Слишком. Твою мать сильно старается! Нет, 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 не смей, не смей просто. Куснуть, 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 куснуть! Нет, 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 кусай, 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 что-нибудь делай! Блин, жопа, жопа, сдохнем, 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 опять сдохнем. Стой. Ну блин, ну вот почему это солнце так не вовремя вылезло? Мы опять умрем. Все, хана, хана, хана мне.
Остановись. Постой. Я не успею его закусить им. Меня солнце сожжет или этот зарубит. Нет, 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 вот это ближе. Кусай, 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 кусь, кусь, кусь. Кусь, большой кусь, большой наваристый кусь. Живы, цели, орли. Боже, как больно. Мужик, иди нахрен, ради бога. Нет, 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 нет. О! Господи, мимиметраж. У меня, у него. We are the guardian of justice. Prewin shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Мы могли бы сотрудничать, чувак. Но мне кажется, если я так скажу, он скажет: иди в жопу. Вы охотились на меня, это как бы дружеское, я защищался, типа. Наверное, я чудовище, это злобное. Почему он напоминает мне Гевина? У меня тоже такая же хрень, Ангорт, я не знаю почему. Что-то на подкорке. Блин, что вот, вот это или вот это? Дружелюбное или такое рациональное? Это такое, говорите, это дружелюбное, это злое, а это думательное. Ну просто я ему только что сказала, то, что мы как бы с тобой заодно, он такой, не-не-не-не-не. И как бы если я ему скажу еще раз вот это, ну и что это изменит, да, если подумать? I was only reborn for a few minutes before you and your men hunted me down like a beast. You were only reborn for a few minutes, and you'd already taken the life of an innocent woman. There is no way you'll ever let me be, McCollum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now, for there is no way you can sway me to your ideals. Второй выбор сейчас дадут, наверное, нет? Убить, не убить? That's where you're mistaken. What do you mean? Мне кажется, он суициднится после этого. Я могу сделать его своим. Вампирь его. Блин, я не знаю. Я бы очень хотела его завампирить. Но, блин, мне кажется, это очень плохая идея. Ну, он как бы всю жизнь положил, считай, да, чтобы бороться с вампирами. Тут он сам им становится. С другой стороны, возможно, это позволит ему взглянуть на мир вампиров немножечко с другой стороны. А с другой стороны... как бы я должна ему доказать, что вампиры не зло. Блин, конечно, соблазн велик, но я не хочу мужику жизнь ломать. I'll spare you, McCollum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCollum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country. In our own way. Братюня! Все, давай обнимемся и заключим наш союз официально где-нибудь. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. Да, конечно. Ага. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Bad romance. Ой, хорошо. Блин, он болючий, он крутой, он клёвый. Можно с ним заромансить, чёрт. К чёрту этих баб тупорылых, плоских, неинтересных. Вот этот клёвый мужик, вообще огонь. И мы оставили его в подвале, да? Он сейчас выйдет и зарежет нас, пока мы будем спать. Спасти Эдгара Свонси. А можно я посплю сперва?
У нас 8000 опыта, как бы. Я бы не отказалась. Так, ага. Заодно, кстати, здесь и остановиться можно будет, потому что пора, пора. Мне кажется, хороший момент для этого. Радостный. Все, это шип, ребята. Да. Оставили в живых? Да, я решила оставить его в живых, потому что я не чудовище. Зачем мне его обращать, когда он ненавидит вампиров? Я не хочу ему жизнь ломать. Цветочек мой вырос. О, цветочек вырос! It's alive. It's alive. And it needs a name. I shall call you Lisa. Лиза. Лизонька! Утюпуська моя! Лиза! У меня, кстати, стоит фикус Наташа на полке. Ну, он так называется, фикус Наташа. Я его Наташей называю. А здесь Лиза! Это, конечно, не фикус. Но это не важно. Он уже Гера. Это Лиза. Я не знаю, почему Лиза, но Лиза. Лись. Она лись. Ой, хорош. Замечательно, по-моему. Цветочек вырос. С мужиком подружились. Красота. Здоровье качнуть надо до упора. Так, и сила укуса. Потому что в этом бою мы только что оценили, насколько, на самом деле, укус хорошая штука. Он может спасти тебе фактически жизнь, и даже не один раз, и даже не два. Это уже многовато. Что еще могу сделать? Вот мне вот эта штука понравилась. И, кстати, вот эта хрень тоже неплохая. Ну, 2000. Подружились. Я убью тебя позже. Ну, а чё? Он назвал меня по имени? Значит, он меня запомнит. Как вампира, который его отпустил. Уже прогресс. Так, что там было-то? 3000, да иди ты в жопу. 2700, не лучше. Запас крови или... Здесь полторы, там полторы, да? Я буду укусами всех убить. Нет, 900. Давай. Вообще, конечно, вот эту бы еще штуку качнуть. Но она дорогая, падла. Мы же выяснили, что верхняя лучше, да? Лечилку качнуть. Или количество крови. Не знаю. Не знаю. Лечилка или количество крови? Ну, то есть, как бы... Лечилка 100 сразу, и там остатки будут докапывать, но в сумме лечение меньше. Ладно, я что-то почему-то больше склоняюсь к вот этому. Хотя 35%, было 30, стало 35, разница не так уж велика. Может, укус за лечение за укус? 1000. Мы кусаем, мы тоже как-то не сказать, что прям часто. Ну как, часто, но... Ну вы поняли. Ну давай, ладно. Блин, я не знаю. Блин, я вот мечусь между количеством крови. Хотя разница 5%. И вот... Это две. Сила укуса, количество крови.
как выбрать? Либо, да, вот, понимаешь, вот здесь и здесь все хорошо. Либо количество. Давай все-таки вот это, потому что нам это в этом бою неплохо так спасало жизнь. А мы даже вот так, даже два раза сможем прокачать. Подожди, если два раза осталось даже что-то... Что, сколько тут было-то? Две, это не то. Ну, это чуть-чуть не хватает, блин, так обидно. Буквально капелюшечку. При укусе в бою. С 25% на 30%. Много крови все равно не накопишь за серьезный бой. Тоже верно. Ну, как-то так. Зубы, короче, напильником сейчас заточим на 120% урона. Ночью умер всеми уважаемый житель Сити. Алоис Доусон, Алоис, соучредитель и глава компании Доусон и Доусон, скончался на 71-м году жизни. В последнее время здоровье мистера Доусона резко ухудшилось. Некогда деятельный бизнесмен посещать светские собрания после... того, как потерял брата. Теперь же Англия потеряла одного из самых влиятельных своих подданных, искушенного коллекционера произведений искусства и филантропа. Ага. Вот, понимаешь, чувствуешь, да, как в газете написано, и что мы о нем знаем? Жиза просто. Не так давно он добился разрешения возвести стену вокруг Сити, чтобы сдержать эпидемию испанского гриппа, которая грозит опустошить Лондон. Впрочем, всего за несколько часов до смерти мистер Доусон отменил постройку этой стены. Более того, он пожертвовал крупную сумму каждой из больниц Лондона, не обделив и небольшие клиники и амбулатории. Значит ли это, что в Алоизе Доусоне, известном своей жестокостью и консервативностью, при учете филантропа, пробудилось чувство милосердия? Мы не знаем. Однако, благодаря его щедрости, врачи смогли пополнить запасы медикаментов. Точка. За последние 24 часа смертность в городе существенно снизилась. Без сомнения, сотни благодарных жителей города соберутся на кладбище Святой Марии, чтобы проводить своего благодетеля в последний путь. Что-нибудь тут изменилось? Мертвый. Ну и хрен бы с ним. Судьбе столпа общества сообщила пресса. Так, что там по вот этим? А у меня вопрос, а почему они были все желтенькие и здесь отмечались, если они таковыми не были? Слышь? А, это... Типа, если они были, никто... Ну, они не так у нас здоровые были. Слышь, что ты обманываешь меня, игра? Здесь сонирование... Вот, спасибо, да. Просто больны на голову. Да не, они у нас все здоровые были. Мы же всех вылечили. У нас как было вот такое состояние, так оно и было. Ну, все нормально у нас. А здесь почему здоровые, а не сонированное состояние, не знаю. Непонятно. То есть можно было забить, и они бы вылечились сами? Ну да, если бы... Ну никогда же не знаешь, как жизнь повернется. Добраться до театра Дорис Флетчер. Бесстрастная наука. Там что, Final Battle будет происходить, что ли? Не знаю, зачем я это жму. Ну и черт, серьезно? Мне не хватает. Образец чистой разбавленной крови. Посмотри, сколько у меня всего и сколько у меня образцов. Просто это как вообще работать должно? Ладно, тут я понимаю. Но вот тут-то, ну тут-то, Карл. Слушайте, а что вот это за кровь такая чистая, вот, которую нам выдал Ашер? Что это такое? Ладно, ребятки, давайте на этом радостном моменте победы над чуваком. Интересно, он, кстати, там внизу. Можно, кстати, спуститься, интересно, вниз и посмотреть. Или наверх, точнее. И посмотреть. Чё, как?
Он там все еще стоит? Или нет? Смотри, какие глазки красивые.